Всем привет! Ребята, у меня дома появились новые необычные питомцы. Я приобрел десяток аквариумных креветок. Креветка вишни или черри изначально была полностью прозрачная. Путем отбора самых ярких особей вывели новую породу с красным оттенком панциря. Креветки черри на самом деле это цветовая вариация обыкновенных неокардин. Неокардины отличаются невзрачной маскировочной окраской. Размер креветок достигает всего 2-3 см. Самки крупнее и намного ярче самцов. Мужские особи бледные, мелкие и более активные. Живут креветки около года. Легко приспосабливаются к новым условиям и активны в течение всего дня. Креветки не имеют никаких активных защитных механизмов и могут быть съедены. Поэтому их держат отдельно в креветочнике или с небольшими рыбками, например, гуппи. При уходе за креветками нельзя резко менять условия содержания. Резкая подмена воды может привести к гибели. Процесс разведения не сложен. Достаточно посадить самцов и самок в один аквариум. Помимо креветок в аквариуме у меня живут гуппи Эндлера. Главное отличие гуппи Эндлера – это размер. Рыбка маленькая, самцы едва превышают 2 см. За последние годы численность гуппи Эндлера сильно сократилась в природе, что связано с загрязнением естественных мест обитания. Вид признан исчезающим в природе, однако в аквариумах процветает. Гуппи Эндлера относятся к живородящим рыбкам. Это означает, что икра оплодотворяется и развивается в теле самки, а на свет появляется уже полностью сформированных малек. В отличие от обычных гуппи, количество мальков, появляющихся на свет, невелико, от 5 до 25 штук. Эти мальки намного крупнее и более самостоятельные, чем, например, мальки обычной гуппи. В аквариуме проживают и другие удивительные существа. Грунтовые улитки мелании, загадочные физы и шустрые катушки. Улитка мелания значительно упрощает уход за аквариумом, поскольку основной рацион мелании является низшие водоросли и органические остатки. Улитки также перемешивают грунт. В природе мелании встречаются в водоемах Азии, Австралии, в Африке. Популяции этих моллюсков были замечены в южной части Соединенных Штатов и в ряде других стран. Улитки мелании предпочитают селиться в небольших водоемах недалеко от берега. Мелании образуют многочисленные колонии. Также им не обязательно регулярно подниматься к поверхности за глотком свежего воздуха. Этот вид моллюсков имеет жабры и дышит растворенным в воде кислородом. Они покидают грунт только при недостатке кислорода. В этом случае они держатся у края воды. Таким образом, поведение улиток сигнализирует о неблагоприятных условиях в аквариуме. Разведение меланий простое. Они без проблем самостоятельно плодятся в любом аквариуме живорождением. Пересаживать их не нужно. Маленькие улитки самостоятельны и похожи на взрослых особей. Другие мои улитки физы, даже находясь в аквариуме в единственном экземпляре, без труда размножатся, заполонят все пространство. В природе они широко распространены в медленно текучих ручьях и прудах, и озерах, и болотах Европы, Средней и Восточной Азии. Отличительной особенностью улиток физ, особенно молодых особей, является их способность вырабатывать тонкую клейкую нить. Это необходимо для быстрого передвижения к поверхности, поскольку дышит она атмосферным воздухом. И, наконец, катушка. Аквариумная улитка, приспособлена к выживанию даже в очень грязной воде с низким содержанием кислорода. Улитка может двигаться и по поверхности воды, перевернувшись раковиной вниз. Эта способность возникает за счет пузырька воздуха, который находится в раковине. В случае опасности она сразу же выпускает этот пузырек и падает на дно. Для размножения достаточно будет всего завести пару таких улиток. Кроме того, в моем аквариуме растет одно из самых популярных растений – роголистник, который способно выдерживать слабое освещение, является биологическим фильтром. У роголистника нет полноценной корневой системы. От стебля отрастают видоизмененные побеги, благодаря которым растение укрепляется в грунте. В природе роголистник встречается очень часто, особенно в тех водоемах, где вода стоячая или со слабым течением. Специально для креветок я приобрел мох рождественский. В природе его можно встретить в водоемах Индии, Китая, Японии, в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Куст прикрепляется к грунту, а также к различным предметам. Затоплен стволом деревьев, веткам, корягам и даже камням. Размножается растительность вполне обычно, простым делением стебельков. Можно аккуратно оторвать часть кустика и прикрепить его на новое место. Также недавно я обнаружил белый налет на растениях. Первоначально подумал, что это мшанки. Из-за многочисленных щупалец, окружающих рот, они напоминают мелкие цветочки. Но мне подсказали эксперты, что это инфузория, сувойки. Инфузория встречается в составе небольших колоний в виде пушистого серого белого налета и в виде отдельных паучек. Такие инфузории питаются бактериями. Таким образом, мой аквариум в прямом смысле живой. В нем много различных организмов. Все обитатели моего аквариума дополняют друг друга, могут размножаться без проблем внутри аквариума и образуют единую живую систему, которая может просуществовать многие годы даже без вмешательства человека. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы сможете создать свой уникальный, неповторимый подводный мир. Я видел рождение нового мира из пепла, из тьмы, из пучины морской. Я видел, как звезды к нам падали в руки. Я видел, как свет растворялся во звуке. Я видел, как молния в злобном бессилии горящими стрелами жалили нас. А мы лишь смеялись, смеялись над ними. А мы их рукой ловили на раз. Я видел, как небо легло перед нами, как будто большой и напуганный пес. Когда мы усыпали землю кострами, когда мы поднялись под ней в полный рост, я видел, как рушится храм побежденных, как горько рыдал над руинами Бог. Я видел, как он отрекался от трона, как он навсегда покидал свой чертог. Я видел агонию старого мира. Я видел, как вихри слепого огня ковали любовь, меч и молот и лира. Я видел рождение нового дня. Степанов Арсений.